Много событий сегодня будет в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Отличное расписание, очень насыщенное. И среди него матч в Магнитогорске. Арена «Металлург» приветствует местную команду, которая сегодня будет встречаться с Сибирью. Гуркин, Ермаков. Главное, чтобы опять шайбы по нему не попали. И гол! Егор Миловзоров, по-моему, принимает поздравления. Ну, он-то точно в этой куче мале. Ну что, Сибирь реализовывает большинство. Причем делает она это не в стандартной ситуации, когда удается расположиться в зоне. Атака сходу. Ну, такое тоже происходит в большинстве. Хорошо, они контролируют шайбу. Обязательно с ней вкатываются в зону соперника. По возможности там задерживается. Опасный момент. Чесалин на Ромаева сыграл и последовал бросок поворотом. Но, правда, очень и очень неточно получилось. Обратите внимание, да, Чесалин с капитанской нашивкой, потому что до этого ее носил Степан Санников. И так что, Сергей, мы поздравляем. Он действительно рекордсмен. Герой континентальной хоккейной лиги, вне всяких сомнений. И поэтому... Ух ты, какая шайба! Влетает в сетку ворот Загидулина, и Миловзоров делает дубль. Как же быстро Сибирь! Передача Миловзорову идет, по-моему, из своей зоны. И оформляет ее Йокипака. Ничего себе! Ну и бросок великолепный прямо в девятку. Мимо ловушки Загидулина. Комаров, Санников и Коротков сейчас, именно они на площадке, борьбу навязывают. И вот ответная атака. Ой, какой рикошет сейчас был от Короткова. Едва шайба не влетела в сетку. Тихонечко заканчивается период. И вот Сибирь, бросок поворотом. Это Юс Пустинин заставляет Артема Загидулина выкатиться. В принципе, хорошая такая атака, достаточно широкая получается. Тем более Пустина особенно никто не преследовал. Ну, мы видим, да, что Илья Воробьев немного поменял звенья. И вот шайба в сетке ворот. Меняй, не меняй, а итог один. Михаил Ромаев празднует заброшенную шайбу. Да, вопросы к Загидулину сегодня, конечно, есть, но там Глеб Носов в запасе. Тоже не самая очевидная кандидатура. Я поздравляю Ромаева, потому что он сегодня заслужил эту шайбу. После видеопросмотра определено, была помеха в площади ворот. Взятия нет. А вот это уже опасно. Романцев какой молодец. Успел клюшку подбить и забрать шайбу, а бросок с неудобной руки Песанина. Ну, вот это уже можно обсуждать. Неплохой эпизод. Во-первых, отобрали шайбу у Ли. Но Чибисову подбил клюшку Романцев. Без нарушения правил шайбу забрал. Но Песанину здесь с неудобной руки тяжело было. Сятари. Оборона, как мы видели, в последних матчах наладилась. Кошелев. Хорош, Сятари. О, хорош! Фирменные растяжечки. Харри забирает эту шайбу себе. А ведь момент неплохой был у магнитогорцев. Яковлев. Перевод. Чибисов. Остается шайба на пятаке. И почему Сятари ее не накрыл? Вот этот момент. Когда Сятари пытался не ловить эту шайбу. Как-то очень странно он поступил. И дополнительная напряженность была на пятачке. От всего отбрасываются новосибирцы. И опять мимо. А теперь гол. Шайбу забивает Рохума. Счет становится 3-0. Но вот говорят, трудовая победа. Вот сегодня трудовая победа у Сибири.